Концертный скандал в Челябинске. Татьяна Буланова отменила свое шоу в столице Южного Урала, хотя билеты уже поступили в продажу. Певица записала видеообращение к поклонникам и выложила в интернете. Как звезда объясняет свой отказ выступить в Челябинске, расскажет Юлия Савосина. Я просто хочу делать заявление по поводу концертов в Екатеринбурге и в Челябинске. К сожалению, в эти числа в сентябре их точно не будет. С такими словами к жителям Челябинска и Екатеринбурга обратилась Татьяна Буланова. Видеопослание было выложено в интернете и сразу же набрало 1000 просмотров. Ведь на Урале певицу ждали давно. Дмитрий и Марина Балабановы предпочитают ретро, любят музыку 80-х и 90-х. И когда супруги узнали о том, что в город приезжает Татьяна Буланова, то сразу отправились за билетами. Однако продавец сообщила печальную новость. Концерт отменен. Хотелось провести выходные соответствующим образом. Время и не получается. Но. Послушать хорошую музыку, голос, вокал, вспомнить былое. В Челябинске отменился концерт заслуженной артистки России Татьяны Булановой. Об этом певица заявила еще во вторник. Но челябинским продавцам билетов об этом никто не сообщил, заявляют они. Было много людей, которые хотели ее увидеть. И для нас было удивление, что этот концерт не состоится. Об этом мы узнали из СМИ. Честно говоря, поэтому уже согласованы все действия с организатором, и билеты возвращаются во всех кассах наших фирменных, городских, которые есть в разных торговых комплексах. Свои негодования из-за отмены концерта поклонники высказывают в социальных сетях. Вот комментарии фанатов, которые появились под видеообращением в официальной группе Татьяны Булановой. Конгресс-холл на 500 мест – это смешно и унизительно для Тани. Ей нужен концертный зал, а не конгресс-холл. Рекламы по ТВ не было, мало рекламы было на радио. Жалко людей, они этого дня сколько ждали. Очень жаль, это мягко сказано, а я поверила в чудо. Но что и требовалось доказать, чудес не бывает. Очень жаль, конечно. Единственный сольник и тот не состоялся. Татьяна Буланова винит в отмене шоу организаторов. Сами они от комментариев на камеру отказались. Но в личной беседе возложили ответственность за срыв концерта на звезду. Якобы дива капризная. И однажды, много лет назад, уверяют организаторы, точно так же отменила выступление в Челябинске по собственному желанию. Юлия Савосина, Виктор Щелков, ОТВ.